Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим распаковочку третьей посылки с покупками, сделанной в Черную Пятницу в США. Здесь у меня находятся все вещи, которые не влезли в предыдущие две посылки, а также покупки, сделанные на Amazon и на ГОЭС ближе к Новому году и после Нового года. Отправлена она была 14 февраля, а получена в России она 26 февраля, то есть буквально за 12 дней. Суперскорость, учитывая, что это priority mail, ну и учитывая на самом деле загруженность на текущий момент почты. По России идет мгновенно, почта России вообще молодцы, сортировка наконец-таки стала справляться. Коробочка упакована в такой вот фирменный целлофан от UNIOL. Отправил ее посредник UNIOL в Россию. Отправил довольно-таки быстро, после Нового года они справились со своей загруженностью тоже. Дополнительный целлофан стоит $5, но оно того стоит, потому что он защищает не только от влаги, но и функционированного доступа. Если его открыть, будет видно, что его скрыли. Давайте посмотрим, что там у нас внутри этой посылки. Там должны быть куча разных чемоданов и не только. Я сказал, очень добротная, качественный американский кордон, сделанный в Китае. Так, что же мы там видим? Видим мы там куча разных штучек. Но вот это вот, видимо, какая-то кофточка. Или... это джинсовая, по-моему, рубашка. О, вот она, мышка, которую я ждал, Logitech MX Revolution. MX Performance Mouse для большого брата. Беспроводная мышка на батарейках или на аккумуляторах, честно говоря, не знаю. Стоила она $48, минус купоны $20, итого $28. Обычно у нее цена порядка $100. Про нее отдельно я расскажу. Целлофаны под мышки. Далее, тут ГОЭС прислал карту на чего-то, для чего-то вообще. Ну и далее идут сумки Nike от магазина ebex.com, туфельки от ГОЭС, одна туфля, еще одна туфля от ГОЭС, джинсовая рубашечка от ГОЭС, вот тортик. Сумка от ebay.com, еще по одной туфли от ГОЭС и пуховичок от Амазона. Вот, кстати, этот пуховичок, и что у нас, я как знаю, пуховик у нас куплен со скидкой 70%. Отличная цена, учитывая, что в России он стоит космос. Ну и тут две здоровенных просто мега сумки. Стоят эти сумки просто копейки, там буквально, долларов 18. Но вес у них, доставка обошлась, так что не стоит. О, и письмо. Упаковочный лист. California Press International. Итого, что у нас пришло? Две гигантских сумки. Коробочку мы уберем. Две гигантских сумки. Один замечательный женский пуховик, две пары женских туфель, замечательная женская кожаная сумка, спортивная сумка от Nike. Будем с одеждой сходить и бегать. Пару кофточек и мышка Logitech. Все это куплено со скидочкой, процентов так от 50 до 70, понятное дело, в Черную Пятницу, на Амазоне, на eBay, на ГОЭСе. И доставка в Россию обошлась всего этого, по-моему, $148, $168. Точнее, не можете на сайте почитать статьи про это в вскрытии. Покупайте через интернет, получайте это удовольствие, дарите близким удовольствие. А самое приятное, что праздник продолжается. Даже минуя Черную Пятницу, даже минуя новогодние праздники, подарки, посылочки приходят, радуют нас. Спасибо за внимание. Всего хорошего.